помог больше всего Дмитрий, который приехал из Сталинграда в Калугу, в Калужскую, 1000 километров. Все сделал, приготовил и опять уехал назад. Так вообще, какой народ в России? Купят Россию. За что? Когда такие люди есть. Так, вперед, провожаю. Сколько же она длинная? Сколько она длинная? Машина, ты когда проедешь? Правильно, часть уже не видишь. По-моему, все уже. На проезжую часть уже не видишь. Он сейчас бок откроет. Он бок откроет. Все, все, все. Бок откроет. Ну, это он так сказал. А как? Ну, а почему нельзя дальше? Нельзя на проезжую часть, как он выйдет. Скажу, хорошо. Ну, все, все, все. Простите, я думал, вы с аппаратом. А вчера хотел беседовать в город, аппарат. Вооружили, дальше не было. Так, выпускаем, сейчас открываем. Видите, народ собрался, по милости Божьей. Нынче каждую строчку пишу, не доверяя тому, что раньше уже наложили. Перепроверка. Просьба нигде ничего руками не прикасаться, другие книги, потому что у меня на пути стоит. Еще у меня на один год осталось, на 15-й. Это внутри России. И все. Радости, сладости кончились. Ну, к этому времени Господь усмотрит что-то. Вот вчера ходил, узнавал. Вот до этого осенью ходил, одна книга, 1000 экземпляров, вот стихи хотел издать, 346 рублей. А сейчас пошел 1500. В 4 раза больше цена повели. Одна книжка только издать. Поэтому я должен продавать ее минимум как за 3000 одну книгу. Не бери, это не хлеб, а это как раз и есть хлеб. Вчера уже по организациям говорили, ну только искать кто, для кого 1000 эти ничего не значат. Хотя бы по 1000. У меня 4 тома по 800 страниц. Проповеди в стихах. Я сердцем чувствую, что эти книги нужны. Это не праздное, не шелест платья, не шелест листвы. А как к Богу прийти? Так, кто-нибудь помогать может надо что-то? Нет, а может быть так, как в Грузии. Лучше, да. Проще будет. Тут недолго. Так, ребята. Прям сюда будем подавать. Что? Так, наверное, палку какую-то надо. Машину открываем. Я, может быть, механически это все? Или как? Так. Сейчас все увидим. А? Сейчас все увидим, сказал водитель. Ну ладно. Это же... Охота помочь, потому что один ходит, а здесь все рассмотрят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ошибся, не 10, а 7. А там еще? Внутри? Ну вот, сколько там? Внутри же трое. Трое? Смотри, смотри, как он. Оп. О, я такого не видал. В коммунизме так будут, натянут на столбах. Открывало, и одно на всех одеяло будет. Которые женщины спят старые, рваные щелки, а которые новые, молодые. Хорош! О, обнаружилась тайна! Так, ребята, пошел. Просьба разговоры прекратить, это мне мешать будет. Ты не посмотрел, сколько вот объем-то? Так, готовимся. Грузимся. Стойте же точно. Давай сюда, наверное. Что там за друзья? Вот пока загрузили, вот этот объем. Там вообще немного. Можете даже 2-3 ряда больше не делать. 2-3 ряда больше не делайте. Я подавать буду, можно? Для этого спина не болит, это мышцы нужны. А что там принимать-то будет сейчас? Так. Принимаем. Тогда я буду вообще спать. Герой. Еще лучше будет. Все, я прямо взял, я оставлю. Поехали! Хорошо, у тебя всегда сыто, а потеть не надо. Боже, маленький.
13, 14, 15. 17 и 15. Так. Это маленько мы уберем. Так, подожди. Говори, что там есть? 17, подожди. Ну, это берем 17, 15 и есть. Я вот записал уже. Так, 2, 1, нажай. 2. Передай его. 2, 1. Теперь бери вот этот 18-й пара. Два. Три, четыре. Веревочки сдвигайте тут. Пять, шесть. Так, семь, восемь. Так, Сережа, на улицу сходи, обойди вокруг. Все это последует. Семь, восемь. 9, 10, 11, Что, все, вот столько загрузили. Да. На фоне машины, кажется, видим. Тяжеловато. Я лучше два раза повернусь. Китайский метод. Третий чаще. Так, это Смирнягин 14 передал. Все, понял. А ты же помощь поступает где? Теперь с шофером я рассчитываюсь до конца. Подождать надо. Потерять. 15. Единственный том, который не хватило. 500 рублей, знаете. 1500 вам скидка. Ты ему скажи, когда он съедет, я все это верну. Все, все. То есть 4, 5. Потом, когда приедет, мы вернемся оттуда. Я ему. Это же другой пошел. Нет, тот же. Тот же. Я полторы скину ему еще на бензин, чтобы пополам ваша скидка. Здорово едет, мало ли еще будет. Тогда будете подержать, только и Николай уведомите, и тех. А разгрузитесь надо так. Мы и не последний раз к вам пока обращаемся. У меня еще на год книги. И все на этом. Сладости, радости кончены. Еще нету. Ну и так разгулялись по всей стране. Что за джентльмен? Да, из-за границы. Ты тоже ему говорил наш маршрут-то? Да. Если Господь его доставит. Внезапно открылась через Турцию. Такая беда с Украиной. Вообще подойти нельзя. Сожгли таможню, говорит, вообще никого, никакого пропуска нету. Сейчас одна, говорит, я ездила туда к дочери, что ли. Так туда доезжаешь, машину бросаешь, и на их там такси дальше езжай. Мужчина от 16 до 60 лет вообще вход закрыт, если нет родственников. Ну, по-моему, Украине там делать нечего сейчас. Там война идет. Они, по-моему, круто взяли за это дело. Ты им самим от этого страдать придется. Так и будут страдать. Куда делать? Ну, конечно. Турция, наоборот, открыла. Никакой визы не надо. Газет, что? Так, это. Я сейчас стою-то. Шофер где-то подождет, я ему сейчас бумагу выпишу на дорогу. Да. Газет перегнать туда, назад. Сейчас бумагу вот такую отдаю, посмотри. Станции. Сгодится?
Ну, дайте покажу. Сейчас, подожди. Ну, то, что написали, как есть. Годится? Да, да, да. Все, пошли шопера дадим. Ну как, скажи, сделали принтер, новый принтер. Ну, всякую пакость толкали, три программы надо прокрутить, пока дойдешь. Я ему запасы дам. Ну, нормально, да, так. Прошу прощения, новый принтер поставили, столько программ. Посмотрите, годится, нет? Я запас выдал две. Просчитайте. Что, да нормально, ну, пойдет. Зарегистрировано, все указано, что это официальная организация. Пойдет? Пойдет, да пойдет, что? Пойдет. Ну, как мне показали, так я написал. Да, нормально. Еще нет. Вы одну положите, а другую где-то, чтобы рядом была, которая за дорогу трепать. А то мало ли, мы сделаем несколько копий. Бывает, забудешь где-то. Нормально все. Ну, благодарю вас. С юридической точки зрения, это 4 килограмма. А из Барнаула? И так подержать. Ну, потому что нотариально должна быть заверена, доверенность. Тогда еще дадим. Нотариально доверенность, это тогда доверенность. Это так. Маленький наказчик, когда будете снимать, они чтобы веревочка как раз сползает. Но факт, должна же как делали, сопроводительный должен быть фактура. Это типа фактуры, ну, наверное. Будем молиться о вашем. Фактура это конкретное, знаешь, что такое фактура? Это конкретное перечисление товара. Угу. Это будет фактура. Это мы едем по сторонам. Вы участник большого дела. Всемирного масштаба.